بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, ludzie zadają вопрос относительно жесткой критики в адрес Ибн Таймии со стороны тех или иных ведущих шейхов Ахлю Сунны валь Джамаа. В то же время известно, что существуют слова похвалы в отношении того же Ибн Таймии со стороны авторитетнейших имамов Ахлю Сунны валь Джамаа. Как разрешить подобное противоречие? На наш взгляд, на данный вопрос очень хорошо ответил в свое время имам шейх Муджаддид Мухаммад Захид Аль-Кавсари Ханафи Матуриди Рахимахуллаху Та'аля. В частности, в своем замечательном тахкике книги имама Такиудина Ас-Субки Ас-Сайфу Ас-Сакиль Тирадди Аля Ибн Зуфейль, посвященной опровержению на заблуждение Ибн Кайм Аль-Джаузии, на странице 89, в главе, посвященной противоречиям высказываний Ибн Таймии Шариату, имам Кёсари Рахимахуллаху Та'аля говорит: «Юджаду ман язкуруху билакаби шейхи ислам, валил мубтадиати ифтитанун бихадат талкиб ли зухамаихим». Среди людей есть такие, кто называет его Ибн Таймию шейху ислам. И надо сказать, что мубтадиа, те, кто вносит в религию ислам нововведения, просто очарованы присвоением всего титула шейху ислам своим лидерам. И хаман лиддуафаи фил илми анна ма ядгу илейхи хада зайр хува исламу сахих. Желая тем самым внушить слабым знания людям, что то, чему призывает этот отклонившийся от истины человек, есть правильный ислам. ويخافوا على من استمر على تلقيبه به بعد أن عرف مخالفاته لشرع الإسلام. Существуют серьезные опасения относительно того человека, который продолжает именовать его Ибн Таймию подобным титулом после того, как ему стало достоверно известно обо всех противоречиях Ибн Таймии исламскому шариату. ومن ذكره بهذا اللقب من أهل السنة إنما ذكره قبل أن يجاهر ذلك المبتدع ببدعه المعروفة. Что касается ученых Ахлю Сунны, которые называли его шейху ислам, то они называли его так до того, как этот мубтадиа стал высказывать свои известные нововведения. وأما من استمر على هذا التلقيب من المتأخرين فإنما استمر جهلا ببدعه التي نقلناها من أوثق المصادر أو ظنا من أنه تاب وأناب وحافظ على عهوده. Те же из поздних ученых, кто продолжал давать Ибн Таймии подобное звание шейху ислам, делали это, находясь в неведении относительно его нововведений, которые мы приводим из самых достоверных источников, либо полагая, что он, Ибн Таймия, покаялся и стал соблюдать свои обещания и договоры. Каков ответ на данное противоречие со стороны одного из самых ведущих и авторитетных шейхов Ахлю Сунны валь Джамаа? Ва саллаллаху аля саидина Мухаммадин. وعلى آله وصحبه وسلم.